Так, Виктор Андреевич, да. Мы на стол, мы принесли, я принес немножко бананы, мандарины. Ну, это можно было не приносить. Ну, раз принесли, то пусть на столе лежат. На столе. Можете их брать, кушать. Яблочки, грейпфрут, мандаринчики. Вы потом ощупайте. Если вы совсем будете с такими подарками приходить, то вы скоро разоритесь. Ничего страшного. Лопните, ваша фирма лопнет. Наша фирма лопнет? Да. Ничего. Выдержит, выдержит. Так, вот туборетки там, да. Количество их достаточно для вас. Согласно ГЛОНАССу, нашли-то нормально? Да мы... Или вплутали? Мы проскочили Рязанское шоссе, мы поехали разворачиваться. Пришлось ехать до... Рязанки ехали? Нет, мы приехали из центра по Волгоградке, а потом развернуться не удалось нам на кольце, пришлось ехать. А можно было на Волгоградке по улице Скрябина, академика Скрябина, на Ферганку выехать, и по Ферганке уже ко мне. Вот. А по Ташкенту, там разворот, с Волгоградки разворот очень тяжелый. Ну, поскольку все не запомнишь, он изложить, ну, так получилось. Так, я хотел бы знать, вот Ярослав кто? Я приблизительно представляю. Угу. Так, а вот девушка... Девушка со мной. Я понимаю. Ну, она не как бесплатное приложение, правильно? Значит, у вас какие функции будут? И как вас звать? Отошла в туалет. Что? Маргарита мультипликатор. Мультипликатор. Значит, она будет владеть аппаратурой. Так я понимаю, да? Аппаратурой? Да. Какой? Рисовать. Рисовать будет. Рисовать будет. Рисовать будет даже. Да. Я так, кто слушает. А моя фамилия Быстров. Что? Зовут Владислав. Как вас звать? Владислав. Не понял. Владислав. Владислав? А по отчеству-то есть? Павлович. Павлович, да? Все мы имеем отца. Владислав Павлович. И матери. Хорошо. Окей. А Ярослав будет проводить съемку, да? Да. Задавать умные вопросы. Все функции распределены. А Владислав Павлович будет мне задавать вопросы. Я буду задавать вопросы? Ну, кто ж? Ну, начнем. Вы же эксперт. Ну, какой я эксперт? Нет. Ну, мне Ярослав сказал, что есть человек, который интересуется. Ну, тогда я вам буду сказки рассказывать. Ну, давайте. Начните со сказки, а мы будем уточнять. Да. Вот. Сказка про барона Мюнхгаузена. Вот, Черномырин, у него... Самая лучшая притча из всех него. Многие, так сказать, из газет выписывали, из телевидения выписывали его сказания. Но самая лучшая у него была такая. Хуже водки нет ничего лучше. Хуже водки нет ничего лучше. Да. Но он, да, человек парадоксальный был. Да. Так что вот у нас не в газете, что встреча так и подошла. Да. Хуже встреч нет ничего лучше. Никогда не было. И вот опять. А один крупный администратор в том институте, в котором я проработал многие годы, и когда я его спросил, вот этому начальнику лаборатории, за что он получает ставку, начальник лаборатории, он мне дал убийственно точный ответ, против которого невозможно возразить. Угу. Он сказал так: мы ему платим не за ум, а за должность. Вот тут найди возражение против этого. Ну, всяко было. Так вот. Так, ну давайте так, чтобы время-то не тянуть. Ваши интересы. С чего, Ярослав, начнем? С чего начнем? Да. С физического обоснования. Не понял. С физического обоснования. Физического обоснования. Понятно. То, чего я там посылал, помню, да?
приблизительно. Так, ясно. У меня за последнее время появилось несколько разработок, которые имеют определенный и научный, и экономический интерес, так назовем. Значит, оказывается, что можно использовать центробежную силу как некую тягу, которая может тащить за собой воз. Вот. Транспорт, которым мы пользуемся, на котором вы приехали, вся энергия передается на вращение колес. Колеса цепляются за землю, за асфальт, и благодаря этому автобус катится. А вот лошадь, она тянет телегу, не пытаясь вращать колеса, а через заглублю тянет. Вот это тяга. Это совершенно различные виды создания движения. Так вот, оказывается, центробежную силу можно использовать как тягу. Значит, в каком случае? И причем использовать ее можно и для твердого тела, и для жидкого, и для газообразного. Для всех трех состояний можно использовать. Вот. Во всех этих трех случаях мы должны движение передавать по замкнутому контуру. Причем в этом замкнутом контуре имеются нулевые точки, в которых система тормозится и потом снова разгоняется. Но при этом эта система отдает кинетическую энергию некоему приемнику, и потом приемник отдает ее снова на разгон вот этого физического тела. Это для твердых тел. Значит, нужно что отметить? Что сейчас в интернете появился ряд публикаций. Первый, который я так досконально посмотрел, это публикация Линевича о том, что он применяет центробежную силу, причем у нас с ним не сговаривались, мы никогда друг друга не видели, ни разу не переговаривались, друг друга не знаем. Он в своей статье называет центробежную силу безопорной тягой. И я ее тоже называю безопорной тягой. То есть есть тяги силы, которые опираются на что-то. Ну, допустим, мы идем по земле, мы о землю опираемся. Самолет летит, он на воздух опирается. Корабль по морю, там, по реке плывет, по воде, значит, а воду опирается винтом. И так далее. А вот в космосе там другое дело. Там, согласно Эйнштейну, абсолютная пустота. Ведь он, конечно, завел физику 20 века в личный тупик. Но поскольку эта величина была непререкаемая, и до сей поры непререкаемая, то, значит, так и считали. А на самом деле, оказывается, да, почему пустота? Потому что любое физическое тело, которое перемещается в космосе, оно, если приобрело какую-то скорость, оно эту скорость не теряет. Торможения нет никакого. Поэтому Эйнштейн решил, что космическое пространство пустое. Вот американцы запустили Voyager 2, космический корабль, который уже около 40 лет движется, уже вышел за границы гравитации Земли и прет дальше. Имеет скорость порядка 17-18 километров в секунду. И так эту скорость он не теряет. И до сих пор, значит, от него получает отклики. Ну, наверное, в определенные часы там происходит обмен
информации, будем так называть. Этот корабль дает свою информацию, к нему направляет команды какие-то. Пока он еще все плывет. Но дело в том, что запуск всех космических тел, включая спутники и корабли, производится с помощью только реактивной тяги. Потому что реактивная тяга единственная в космическом пространстве, которая толкает от себя ракету. А все другие виды, вы там любой электродвигатель поставьте, который будет вращать свой вал, вот, он будет вращать там какую-то консоль, но поскольку он, его корпус опирается на это же тело, поэтому через это, там, допустим, консоль, он сдвинуть это тело с места не может. Никак. В общем, ни одна пока существующая тяга в космосе не работает. А поскольку центробежная сила является безопорной тягой, и безопорной тяга какие относятся? Гравитация относится, раз. Относится центробежная сила. Ударная волна тоже без опоры. Фугас взорвался, ударная волна идет, впереди себя нажимает воздух, она нажимает только потому, что скорость ее перемещения больше скорости звука. И перед фронтом слои воздуха, они не успевают эту сверхзвуковую информацию перерабатывать, поэтому происходит поджатие, и вот этот перепад давления во фронте ударной волны, если он встречает какое-то препятствие, то это перепад давления, это препятствие сносит с Земли. Вот такая физика этого вопроса. Для того, чтобы центробежную силу применять, значит, нужно, если мы какой-нибудь диск закрепим на валу электродвигателя, то мы ничего не получим. Потому что на любом диаметре та центробежная сила, которая развивается на этом диаметре, ну в конце, например, его, на выходе из диска, и на противоположном конце, они уравновешивают. И так по всем диаметрам этого диска. Никуда ты не денешься. Вот если сделать вырезку сделать в этом диске, например, оставить часть тела, которая идет, допустим, по 30 градусов из центра, там, под 60 градусов, и это закрепить на валу двигателя и вращать вот по этому замкнутому контуру в точках нулевых, в точках разветвления, значит, кинетическую энергию передавать на приемники, которые превращают ее в потенциальную энергию и затем отдают этому телу потенциальную энергию, и этот диск снова развивает кинетическую энергию, но уже немножко меньшей скорости. И если вот этот момент встречи с этим приемником электроника отключает двигатель и включает его тогда, когда приемник начинает обратно отдавать потенциальную энергию, превращать ее в кинетическую, включать вот в этот момент двигатель, то затраты энергии от двигателя будут минимальными, потому что поддерживать равномерное движение, вращательное оно или поступательное, оно, эта поддержка определяется сопротивлением среды. Допустим, автомобиль перемещается со скоростью 100 км в час, это приблизительно 30 метров в секунду. Если ветровая нагрузка достаточная, то эта скорость, ну, короче, ветровая нагрузка, она уравновешивает эту скорость, то скорость будет неизменной. А если ветровая нагрузка слабее, то автомобиль несколько большую скорость наберет, пока не произойдет уравновешивание. И наоборот, скорость может несколько упасть. Вот дело вот в чем. За счет того, что рабочее тело при использовании центробежной силы перемещается по замкнутому циклу,
и это тело никуда не исчезает, то вся энергия, им полученная от электродвигателя вот, на первых раскрутках, она остается все время на этом теле, вот на этом угловом ракурсе, о котором я сказал. И поэтому, поскольку движение, в общем-то, вот так вот происходит, вот такое вот движение, это замкнутый контур, вот такой вот. Здесь точка нулевая, здесь точка нулевая. Но я построил такую конструктивную систему, когда точка за один оборот двигателя уменьшились. Можно 10 сделать, можно больше сделать. Вот. Можно будет 14, там 18, 22 и так далее сделать. Но эта схема достаточно хитрая, я ее расшифровывать здесь не буду. И тогда мы получаем, если приемник у нас связан с платформой какой-то, а платформа находится на колесах, то за счет передачи кинетической энергии вот этому приемнику, получается, за счет этой передачи, значит, платформа получает импульс дополнительный. С одной стороны, она имеет импульс, который идет от центробежной силы, потому что при таком движении центробежная сила всегда проходит через вершину этого сектора на этом диске, через вершину все время проходит. Но от горизонтали, когда уходит это тело от горизонтали, например, там на 15 градусов, нужно умножить на синус, чтобы получить ее значение. Чем меньше этот угол, тем, значит, отклонение такого движения, то тем, точнее, ближе к единице значение центробежной силы. Вот это надо четко, ясно себе представлять. Вот сейчас, в настоящее время, все детали, в общем-то, готовы, но некоторые из них нужно доработать. Вот сейчас, наконец-то, в производство все это отдали. Ну, производство занято своими планами. У них там ажиотаж идет. Но я надеюсь, что в марте все-таки они сделают доработку этого. Здесь мы с моим напарником, партнером, проведем сборку и покажем движение вот этой платформы. Если все будет нормально, чего только в жизни не бывает, значит нормально, то эта тележка, вот ее можно поставить в это направление движения, она будет подходить к стенке, и постепенно вертикально вверх подниматься сама до вертикального положения. Если с помощью этого двигателя можно будет разогнать до числа оборотов где-то порядка от 6 до 10. 6-10 Гц всего-навсего. И можно получить. Ну там еще навешивается какая-то материя на все это дело. Всю конструкцию излагать тут на пальцах, а по-другому я не могу. Зрения у меня нету. Таким образом. Значит, где-то в конце марта, вероятно, все это будет здесь сфабриковано. Ну, в самом лучшем смысле этого слова фабрикация. Вот. И тогда я могу пригласить вас снова сюда. И вы, значит, воочию увидите, что это такое. Значит, в дополнение, центробежная сила является, значит, тягой. А вот то, что мы имеем с автомобилем или другим транспортным средством, которое работает на углеводородах, там что получается? Происходит сгорание этих углеводородов. Если засасываемый камеру сгорания, воздух, количество воздуха достаточно, чтобы была стихиометрическая смесь. Знаете, что такое стихиометрия? Ну, какое-то соответствие химическим реакциям. Ну, чтобы реакция прошла полностью. Да.
если не хватает кислорода в воздухе, то значит часть горючего не прореагирует и будет выброшен на воздух. Увеличить полноту сгорания можно таким путем. На внешнем контакте свечи делают отверстия. При контакте, значит, идет искра через в направлении движения, через весь объем, и тогда догорание происходит более полно. Эти все сведения я черпаю, или когда телевидение смотрел, или по радио, или, ну, вот из таких источников все это передается. И дело в том, что углеводороды отдают не всю энергию на движение автомобиля, там, линкора, самолета, а дают не больше 25-30% этой энергии. А вся остальная энергия улетает в окружающую среду с выхлопными газами. Ведь же из поршневого двигателя, когда открывается клапан, продукты сгорания уходят оттуда с очень высокой температурой через выхлопную трубу на воздух, в окружающую среду. И содержат они в себе еще неиспользованную энергию где-то приблизительно 70-75% неиспользованной энергии. Когда я пришел в свой институт работать, был молодым специалистом, вот, там, ну, институт занимался вопросами создания реактивных топлив для реактивных двигателей, твердых топлив, не жидких, а твердых топлив. Вот. А мы в 70-х годах исследовали такие топлива. Мы исследовали такие топлива в начале 70-х годов. Твердотельные как раз. Я сперва удивился, что человек принес нам на исследование, и надо было закрепить образец, и там надо было две дырочки просверлить. Он просверлил две дырочки и всю стружку собрал в пакетик. Я говорю, да выброси. А он, нет. У вас что, занимались этим вопросом? Да, в Фиане этим занимались. Ну, топливами тогда исследовали. Я не знаю, наш институт с Фианом вообще, по-моему, никаких договоров не имел. Я приблизительно знаю, это и он, институт машиноведения Фролова, и другие химические институты. С этими институтами у нас всегда была приличная связь. Но дело не в этом. Вот 70-75% выхлопных газов вносит с собой энергию. Вот в случае с центробежной силой, здесь рабочее тело все время остается внутри этого контура. И поэтому никакого уноса нет. Поэтому потребление внешней энергии, допустим, электродвигателя, здесь минимальное. Вот сейчас в интернете появились сведения, вот Линевич первый, который показал, что он создал такое устройство, в котором, если он на выходе дает, на входе дает единицу энергии, то на выходе получает существенно больше, чем один. То есть, короче говоря, в принципе, вечный двигатель, который французская академия в 18 веке начисто запретила, и все ученые мира до сей поры придерживаются этой точки зрения, значит, глубоко ошибаются. На Украине, насколько правильно на нее продиктовали фамилию Ермила или Ермила, вот, он не то что опубликовал свой патент на свою разработку, который назвал редуктором, но он утверждает, что вот этот его редуктор потребляет опять единицу энергии, а на выходе у него существенно больше. Там то ли лампочка горит, то ли еще что-то такое. Ну, еще там есть одно сообщение. Какой-то мальчик там с помощью бильярдных шаров нашел тоже какую-то конструкцию, которая якобы может тоже дать. Упорно над этим работать, хотя я его там вроде бы критикую сильно, но тем не менее. В общем, несколько.
У меня проведена нормальная теоретическая проработка этого вопроса. Значит, вот эта центробежная сила, которая генерируется в диске, в котором три четверти убрана, а одна четверть массы только осталась, генерируется не за счет энергии двигателя, а за счет космического пространства. Вот это нужно четко себе представлять. Почему такое смелое утверждение идет? Возьмите, пожалуйста, спутник, который вращается вокруг Земли. Вращается он год, два, три, 15 лет. Скорость он практически не теряет. Если немножко теряет из-за неравномерности гравитационного поля, то там можно реактивными движками подправить его орбиту и будет дальше вращаться. Его скорость практически не падает. Он сам имеет кинетическую энергию, масса этого спутника, умноженная на v квадрат, а v – это скорость его движения, допустим, где-то в пределах от 9 до 10 км в секунду. И деленное все надо. Раз скорость не падает, вернее, скорость не уменьшается, а спутник вращается вокруг Земли, то гравитация почему-то не сработает, не срабатывает гравитация Земли и не притягивает спутник. А почему? Потому что возникает центробежная сила, которая полностью, вот при этой скорости 9-10 км в секунду, полностью уравновешивает гравитацию. Вот отсюда даже следует, что центробежная сила берется из космического пространства. Это первое. Второе, я провел такой мысленный эксперимент. Взял диск, насадил на вал двигателя. Ось вала проходит вертикально, а диск горизонтальный. Прорубил канавку по одному диаметру, от одного края до другого. Канавка имеет ширину и глубину одинаковые. И в центре два шарика поместил. Один, каждый шарик имеет диаметр такой, что он равен ширине и глубине. И центры их немножко смещены от центра вращения. Только в этом случае будет возникать центробежная сила, которая погонит каждый шарик на край диска. А если просто в центр посадить шарик, центробежная сила будет уравновешена по всем направлениям, он никуда не сдвинется. И вот я мысленно, значит, раскрутил диск до какой-то скорости, ну, допустим, там 5-10 оборотов в секунду, в минуту, не играет роли принципиально никакой. И сосчитал ту работу, которую проводит центробежная сила над этим шариком. И оказалось, ну это очень просто, значит, считается здесь центробежная сила, ее выражение такое, масса шарика, умноженная на v квадрат, v это скорость перемещения по этой канавке, и деленное на радиус, на котором находится шарик на этом диске. Он же идет по канавке, и радиус все время меняется, пока он не вылетит из этого диска. И оказывается, да, и работа считается очень просто. Вот эта вот центробежная сила, mv квадрат, делить на радиус, ну, который надо преобразовать, умножить на dr, d это дифференциал радиуса, вот, и проинтегрировать по радиусу от нуля до выходного радиуса. Вот это будет работа, которую центробежная сила совершает над этим шариком. Оказалось, что вот эта работа равняется массе шарика, умноженной на v квадрат, деленной пополам. И каждая частица этого диска, будем рассматривать в том же канале, который находится на расстоянии r от центра, она тоже имеет кинетическую энергию mv квадрат пополам, но она движется по окружности.
А шарик движется по этому каналу, по этой канавке, и одновременно, переходя какой-то радиус, поэтому в этом радиусе имеет линейное движение, так называемая тангенциальная скорость. И оказывается, поскольку за счет тангенциальной скорости каждая частица в этом диске, скрепленная химическими связями, имеет кинетическую энергию МВ квадрат пополам, а шарик этот, за счет того, что на него действует центробежная сила, на все частицы тоже центробежная сила действует, но центробежная сила не может порвать химические связи между частицами. И поэтому никакой работы над этими частицами центробежная сила не совершает. А раз шарик может катиться, ну причем условия такие, чтобы трение о стенки и о дно канавки отсутствует. В этом случае рассматривается задача. Вот получилось, что на краю диска шарик имеет скорость V такую же, как и по орбите, по последней окружности. И получается, что он имеет за счет кругового движения МВ квадрат пополам и за счет работы центробежной силы над ним тоже МВ квадрат пополам. Если их складывать, то мы получим, что шарик скатывается с этого диска с энергией в два раза больше, чем то, что он получил от двигателя. То есть он скатывается с энергией МВ квадрат без всякого пополам. Вот это ошеломляющий, так сказать, результат. Тогда понятно, почему центробежная сила уравновешивает спутник этот, почему Земля не падает на Солнце, она вращается вокруг Солнца уже там 4 с лишним миллиарда лет, откуда эта энергия берется и так далее для генерирования центробежной силы. Вот все это подтверждает. Никуда от этого, значит, не деться. Вот что, значит, что с твердым телом. Ну, теперь для жидкого тела. Что получается сейчас? Насколько вам будет ясно, не знаю, но попытаюсь. Так, сейчас. Вот канавка. Видите, всем видно? Угу. Канавка. Да. Да. С этой стороны или с этой стороны отверстие. Одно заглушено, а в другом отверстие. Так. Вот если я буду гнать жидкость по этой канавке за счет кругового движения, здесь будет возникать обязательно центробежная сила, а здесь как раз полуокружности. Центробежная сила будет проходить, результирующая через вершину этой канавки. Вот. Здесь такая картина. На каждом радиусе имеется своя центробежная сила. Но поскольку картина симметричная относительно вершины, если ось провести симметричная, то мы рассматриваем здесь разницу под таким же углом от вертикали, той вертикали, которая проходит через вершину, под тем же самым углом. И при интегрировании этой центробежной силы по всем углам при данном радиусе, вот, мы получаем сразу коэффициент 2 от этой составляющей, от этой составляющей. И поэтому результирующая центробежная сила у нас оказывается равной двойка расход. Вот вы не знаете, что такое, как объяснить вам расход массы. Есть объемный расход, есть массовый расход. То есть количество, если это объемный расход, какой объем в единицу времени проходит через какой-то канал. Ну, допустим, пол-литра воздуха мы прогоняем с помощью там, какого-то насоса, допустим, поршневого, через какую-то трубочку. Вот эти пол-литра – это и есть расход. А так как воздух все-таки это материальная штука, то эти пол-литра обладают какой-то массой. Значит, мы можем сказать, умножив на плотность этот объем, и получить количество воздуха в материальном исчислении, сколько его проходит через эту трубочку. Так вот здесь вот
двойка умножается на массовый расход, какой задается прогоном жидкости, все зависит от двигателя, какую он скорость позволяет разогнать, значит, вот, от скорости. И этот массовый расход умножается на скорость движения этого объема. Вот и все. Теперь, я не знаю, если здесь отверстие, нет, с другой стороны, с этой стороны, да, значит, здесь вот глухой объем одевается, сюда глухой объем, здесь все это герметизируется, эта канавка полностью, и открытым остается в этом, ну, все навинчивается, какая-то емкость глухая навинчивается. Эта емкость заполнена водой, и насосом из этой емкости можно гнать вот в эту дырку. Сюда можно гнать. А пройдя через эту дырку, мы снова попадаем на ту же канавку. Вот. На ту же канавку попадаем. Uh-huh. И тут точно такая же картина. Значит, на одной канавке две массы умноженные на скорость, на другой канавке две массы умноженные на скорость. Получается 4. Так что получается усиление как бы. Здесь тоже глухая емкость есть. Здесь все тоже изолировано, чтобы не было перетоков никуда. Вот с изоляцией вообще-то с точки зрения создания этой конструкции все не так просто. И потом здесь плохо что входовые эффекты дают потери центробежной силы, приличные потери. Но мной разработано, какие должны быть входовые эффекты, чтобы этих потерь не было. Вот. Опять это, ну, не так просто на пальцах объяснять. Я здесь этого не буду. Значит, поверьте на слово, что все это есть. Поэтому я вам спокойно показываю общую схему вот в этом виде. Значит, что насос делает? Он сюда подает, вот. Потом это переходит сюда, вот. И отсюда выход этой жидкости на тот же самый насос. Вот когда вот дырка-то здесь уже находится, да? Да-да. Вот когда вода, допустим, жидкость – это вода, не масло. Ну, с маслом возиться – это… Ртуть можно взять для большей массы. Вот, с маслом возиться… Самое лучшее – это ртуть, но с ртутью возиться тоже неприятно. Вот. Значит, так, сбился немного, сейчас я соображу. Вот. Значит, входовые эффекты. Значит, здесь будут какие-то другие конструкции на этих концах и так далее. Значит, масса, которая вытекает из этого глухого объема в этот глухой объем, направляется по каналу в тот же самый насос, в приемную часть насоса. Когда масса выходит здесь, она в глухом объеме ударяется о стенку и тормозится до нуля. Поэтому давление здесь возникает, вот в этой второй выходной емкости, термодинамическое P, вот с этой стороны только термодинамическое, намного больше, чем это P, и плюс давление торможения. Вот P плюс давление торможения теоретически должны быть равны давлению, которое здесь создается, приемной полости. Вот. Но на самом деле всегда есть какие-то потери, тепловые потери, на излучение и так далее. Эта жидкость, она может разогреваться до достаточно высокой температуры. Здесь свои законы идут, законы теплопередачи. Вот это все не так просто. Но имеет смысл за эту конструкцию бороться. Сейчас вроде есть договоренность, что... Ну, еще не совсем у нас есть договоренность, но есть ребята, которые работают в одном из заводов, где выпускают различные марки насосов, они что-то в гидравлике соображают, вот, но при моем участии они
какую конструкцию, если у них возможности будут, если я их заинтересую, если не заинтересуют начальство у себя, то значит тогда все это будет сделано. Вот второе приложение. Третье приложение. Если, коллеги, есть какие-то вопросы, вы перебиваете и говорите, мне здесь непонятно, мне здесь непонятно. А то я толдычу, а может быть, все впустую. Ну, вот вы говорите, создать гравитационную эту самую силу, то есть, как вы ее называете, центробежную силу, да? И да. Для того, чтобы ее создать, что нужно сделать? Нужно взять какой-то, вот вы говорите, сектор, диск, ну, то, что осталось от диска, сектор 30 градусов, вот такую неуравновешенную деталь. Вы немножко внятнее, понимаете? Я сейчас скрою весь из недостатков. Зрения нет, слух у меня поганый, да. Тоже, да. Знаете? Да. Все то, что у людей нормально, у меня это отсутствует. Поэтому скидку делайте и каждое слово постарайтесь внятно. И не быстро. Понятно. Вот вы говорите, что для того, чтобы создать центробежную силу, вы берете диск, вырезанный настолько, что там осталось всего 30 градусов. Сектор фактически. Ну, 30-20 градусов на гравитроне. Но вы же его должны раскручивать. Ну, раскручиваю, я и говорю. Энергию вот туда вкладывать. Вкладывать. Энергию. Потом он будет, эта конструкция будет неуравновешенная. Значит, она будет, вы получите центробежную силу, которая будет вращаться в пространстве. Куда сектор направлен, туда и сила будет направлена. Правильно? Вот. Ну и что вы с этим хотите получить? Какую вы хотите получить тягу, если у вас она циркулирует на все 360 градусов? Смотрите, центробежная, вернее, диск вот этот с углом раствора где-то 30 или 20 градусов, ну какой выбрали, такой выбрали. Вот. Там еще навешивается какая-то масса, которая дополнительно дает привесок к этому диску. Вот этот диск. Стоп. Какая вот, масса вот, навешивается, дает дополнение? Противовес ну, этому вот, сектору? Смотрите, внимательно слушайте. У меня есть двигатель шаговый с выходом на оба торца вала. Я на один торец вешаю этот диск, и на другой торец вешаю такой же диск. Противофазу? Нет, в той фазе. Же самой фазе. Да. И их оба соединяю, вот эти секторы по 30 градусов, соединяю толстым стержнем для увеличения массы. И вот когда это будет вот так вот ходить, двигаться относительно горизонтальной линии, сюда, допустим, 30 градусов, и относительно горизонтальной вниз 30 градусов, центробежная сила будет всегда направлена в целом горизонтально, ну, составляющая ее горизонтально будет направлена, а тангенциально она, вернее, та сила, которая перпендикулярно будет этой составляющей центробежной, они в разные стороны направлены, в обоих. Если вот провести линию через вершину, то центробежная сила с одной стороны этой линии, с другой стороны. И если эти силы векторно разложить, то мы получаем, что вертикальная составляющая идут так, а горизонтальные составляющие идут в эту сторону здесь и в эту сторону здесь. Они уничтожают друг друга. А двигатель ваш где? На облаке висит? Или он куда-то прикреплен? Вот эти два диска висят на валу этого одного двигателя. Хорошо, а двигатель? А что, двигатель закреплен на платформе. Вот и все. И все. Если когда центробежная сила потянет ось двигателя, то так как платформа на колесах, она дальше поедет. Но там сложнее этот вопрос, конструктивно намного сложнее. Это мы, так сказать, при отработке увидели, что нужно там дополнительно еще какие-то элементы вносить. Вот тут я не могу все это раскрывать. Ну масса, да что раскрывать? Вы думаете, тут большие секреты какие-то вы скрываете?
Ведь масса двигателя имеет какое-то значение по отношению к массе сектора? Масса двигателя, конечно, имеет значение, если... Ну, смещение под действием этой силы будет каким? Если центробежная сила развивается очень маленькая, она не сдвинет с места всю эту тележку. Да дело не в двигателе, или не сдвинет. А если центробежная сила, все считается же. И все это же на формулах. Все правильно, только все, нам все не это забывать. Не, все у это... вас всякое движение возможно за счет того, что у вас есть центр масс, и вот этот центр масс, можете вы сместить этот центр масс или не можете? Непрерывно, в одну сторону? Нет. Центр масс, он да. Центр масс состоит... в процессе движения такого, центр масс в процессе движения, естественно, он по тому же углу ходит. Но так как центробежная сила проходит через вершину, и эта вершина тоже уходит вниз, а потом достигает горизонтального положения, потом поднимается вверх, то, естественно, сама центробежная сила, проходящая через эту вершину, нужно от нее брать горизонтальную составляющую, только все. Это делается так. Вся центробежная сила умножается на синус отклонения угла этого, и получаем ту центробежную силу, которая направлена горизонтально. Вот и все. Тут математически, в общем-то, все нормально. Но есть же законы сохранения. Вы к ним как относитесь? Вот я к законам сохранения отношусь творчески. Творчески. Творчески интересно. Отношусь. Я не знаю, за счет чего Солнце 4,5 миллиарда лет испускает столько энергии. За счет чего? И физики, которые там с коллайдерами работают, они тоже не знают и знать не хотят. И когда один человек все это раскрыл глаза, так они отвернулись от него. У вас, кстати, теоретическим отделом не Васильев начальником является. А кто раскрыл глаза, от кого отвернулись? Что? Кто раскрыл глаза? Ну вот один физик. Ну кто, как фамилия? Фамилия его Рыков Анатолий Васильевич. А, Рыков, вы говорили про него, да. Вот. А что, я знаю, так там, вас, по-моему, Гайта предложил. Владислав Михайлович, Васильев да. У вас работает? Ну, я не знаю такого, Василия у нас нет. Нет, Василий. У нас есть указ. Вы какой руководитель теоретического отдела? Это в каком институте? В вашем институте общей физики. Нет, не было никогда. У вас работал в свое время, правда, на арендных началах, такой Коробов Юрий Александрович, он алмазами занимался. Коробов? Да, с таким не встречались? Нет, не встречался. Нет, не встречались. Но, правда... Теоретики у нас Рухадзе, знаете такой, грузинский человек, академик Раен. Академик кто? Рухадзе, Андрей Амросевич. Вот он у нас главный теоретик. Ну, сейчас молодые подросли, там другие есть. Но не суть, он ученик Тамма, ученик... С Гинзбургом книжки общие писал в свое время. Вот. Но, понимаете, творчески относиться к законам сохранения, это может быть интересно, но надо их, наверное, соблюдать, потому что природа-то их соблюдает. Владимир Михайлович, я же все соблюдаю, куда же деваться-то? Ну, я же все считаю. Поэтому нельзя вот так абстрактно. Вот взяли двигатель, взяли там два сектора на два конца вала, и стали его крутить. А двигатель-то сам что делает при этом? Понимаете? Но если он будет стоять на платформе, он платформу будет дергать туда-сюда, туда-сюда. Понимаете? Суть-то в том, что для того, чтобы получить тягу, нужно получить вектор силы, действующий в одном определенном направлении. Правильно? А у вас центробежная сила при вращении секторов, она все время меняет угол своего вектора. Как сделать? Вот для этого умы и бьются. Вот вы слышали про инерцоиды? Вы согласны, первое постулат, что какой? При колебательном движении каждого из дисков, вот, которые друг относительно друга одинаково расположены, значит, возникает центробежная сила. Вы с этим согласны или нет? Центробежная сила возникает при вращательном движении. Вот при вращательном движении, здесь же часть вращательного движения часть, есть, да, она, правильно, она, но вы, значит... она, Владислав Михайлович, всегда возникает, когда тело заставляет от прямолинейного участка отклоняться на криволинейный.
хоть он будет 1 миллиметр, это кривленный участок, и на нем обязательно возникнет центробежная сила. Ну дальше-то что? Ну, это вопросы механики. Вопросы механики. Да. Вот. Так вы согласны, что в этих дисках возникает центробежная сила, некомпенсированная? Вот с этим не могу сказать. То есть диски на валу крутятся не 360? Диски на валу двигателя вращаются не 360. Они не вращаются. Они не вращаются. Они вот так ходят. Колеблются. Они колеблются. Да. То есть они колеблются в секторе 15 градусов, образно говоря. Ну, 15-30 не играет роли какой. У меня было... Вы это мысленный эксперимент или эксперимент физический? А 180 градусов я отказался. Это мысленный эксперимент или физический? Это физический эксперимент, нормальный. Он состоялся здесь, поэтому эти диски дали на доработку, чтобы увеличить эффект так, как полагается. Больше ничего. Эффект этот был. Я же не ловлюсь в открытую дверь. Ну, в принципе, смотрите, для чего съемка? Чтобы люди, у кого есть дома небольшая лаборатория, тиски, болгарка, могли сделать. На электродвигатель мы навешиваем два сектора. Ну, две массы фактически. Две массы, да, фактически все равно. И плюс-минус, вверх-вниз. Ну, это шаговый двигатель нужен, да? Да. Шаговый двигатель. Не обязательно шаговый, любой. Ярослав, здесь не обязательно круглые диски брать. На вал двигателя можно повесить эксцентрик на определенном расстоянии от оси вращения. На конце эксцентрика будет какая-то тяжесть. Допустим, шар висеть весом 5 килограмм. И будем заставлять его вот так вот колебаться. И этот шар, в нем будет развиваться центробежная сила, которая будет его тянуть в одну сторону только, в сторону от оси. Потому что компенсации с обратной стороны оси двигателя нету. Поэтому линейщик он и взял этот эксцентрик на каком-то расстоянии, взял движок, который имеет 6000 оборотов в минуту, то есть 100 оборотов в секунду. И, естественно, при такой частоте он может получить, даже если на небольшом расстоянии повешен небольшой груз, он может получить большую силу. Он это получил. То есть вы предполагаете, что такая... Это при таком превращении... Я ничего не предполагаю, я решаю задачу. Нет. Исходя из законов, силы, которые записаны в механике и твердого тела, и жидкого тела, и газообразного тела. Я решаю задачи. Я формулирую эти задачи. На том уровне, на котором придраться механику нельзя. Вот кто занимается вопросом механики, твердого, жидкого или газообразных тел, он поймет нормально, что если я ему распишу мнение, которым я пользуюсь, он с ними абсолютно согласится, что это так. Уравнение вы пишете для какой? Для какой точки, для какой массы, относительно какой вы считаете масса движение? Масса все равно какая, какую я навесил массу, такая она и не будет. В этом дело. Ну, ведь вы возьмите, вот у вас двигатель, я так чувствую, у вас он абстрактный, у него нет ни массы, ни ничего, да? А вот есть вал, тоже без массы, есть на нем два рычага, на них висят противовесы. Вот только это вы рассматриваете. А то, что у вас есть двигатель, то, что у него своя масса есть, он когда раскручивает этот двигатель, у него же есть обратный момент реактивный, да, он сам раскручивается в противоположную сторону. То есть в космосе ничего это нельзя делать. Значит, вы делаете на платформе. Ну, предположим, на платформе вы когда эти раскручиваете двигатель, то у вас, значит, двигатель, платформа это либо давит, либо поднимает. Вот. Потом обратно, значит, вот, соответственно... Она не может подниматься, потому что вертикальной составляющей нету. Как это нет? Ну, так очень просто. А как вы ускоряете, когда массы труд, то откуда она ускорение-то получается?
Двигатель, есть, что он, я еще есть, раз говорю, есть, что есть, на облако есть горизонтальная составляющая, и другая составляющая тоже, она идет горизонтально, только в разные стороны от этого, в этом диске. И поэтому горизонтальная составляющая, она не дает никакого вклада. Это показывает математика. Вот и все. Это нужно уметь разложить векторно. Но мы для этого приехали, чтобы математику понять, как перевести в опыт. Мы же, а если был бы опыт, мы бы тут не сидели, мы тут не нужны были бы, если бы тут уже все летало. Знаете, когда Петр Леонидович Капица подумал, что гидро, это самое, забыл, как называется, газотурбины, реактивные двигатели дают малую мощность только по той простой причине, что лопатки загревают недостаточное количество воздуха для полного сжигания этой смеси. И он просто представил, что это так и есть на самом деле, что воздух как таковой – это газ, это штука сжимаемая. Вот вода несжимаемая жидкость, а воздух, если считать воздух жидкостью, то это сжимаемая жидкость. Это вопрос о газодинамике. Вот. И он увеличил площадь этих лопаток и рассчитал это сечение этих лопаток, исходя из того, что воздух представляется идеальной жидкостью, в котором нет вязкости. Это тоже известно. Вот я вам, что вот эти истины должен преподносить. Когда он все это сосчитал, а потом все это сделали, площадь лопаток сделали больше, то чуть не в два раза увеличили эту тягу этих двигателей. Вот и все. Так сначала теория идет, теория на основе тех же законов сохранения энергии и импульса идет, а потом по этим расчетам создается экспериментальной установкой, проверяется, так это или не так. Здесь я полностью с вами согласен. Законы механики, они настолько обглоданы со всех сторон. Если бы здесь сидел механик, он бы понял. Но поскольку вы к механике никакого отношения не имеете, вам это непонятно. Здесь главное непонятное, что откуда берется центробежная сила, за счет какой энергии. Она не берется за счет энергии двигателя. Вот это я утверждаю, вот это спорный вопрос. Подождите, а кто скорость? Подождите, докажите тогда мне, что эта центробежная сила есть продукт энергии, которую затрачивает двигатель на раскрутку этих маховиков. Вот. Почитайте Линевич, там более-менее все это расписано. Если вы имеете какое-нибудь отношение к этой механике твердого тела, вот и все. А если вы не имеете никакого отношения, вы тут можете любой ералаш мне говорить, и мне отбиваться от вас практически невозможно будет, потому что у вас нет соответствующего образования. Скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы вот эта масса на орбите вращалась, да, вот вы привели даже примеры спутников и так далее, энергия затрачена? Кто ее раскрутил, эту массу? Энергии на что? На вращение. На вращение, конечно, затрачено. Затрачено. Да. Кто ее, эту энергию, вложил в эти массы? Это идет от двигателя. От двигателя. Двигатель потребил что-то вот для того, чтобы раскрутить эти массы. Вот вы никак не можете себе представить, вот двигатель. Причем тут космос-то? Да, Владислав Павлович. Значит, двигатель раскачал эту систему, совершенно верно. Он затратил энергию на эту раскачку. Да, да. И эта раскачка потребил энергию от двигателя МВ квадрат делить пополам. Делить на Понимаете? Радиус. Понимаете, да. Делить пополам. Сила вот это равна делить на радиус, а энергия равна МВ квадрат делить пополам. Радиусу для центробежной силы. Да. Вот. А для кинетической энергии, которую получил вот этот эксцентрик, он от двигателя получил энергию кинетическую МВ квадрат пополам. Да. При этом возникает за счет того, что эксцентрик движется по окружности туда-сюда, какой-то участок окружности, он
охватывает, то обязательно развивается центробежная сила. И когда начинаешь считать центробежную силу, то двигатель, оказывается, на центробежную силу ни капли не расходует ничего. Вот это надо понять. Как это? Ну, подождите. Так вот очень просто. Хорошо. Вот для того, чтобы один раз раскрутить... Я же вам для того, чтобы раскрутить один раз, он затратил энергию. Я вам пример с шариками привел, которые по канавке идут. Значит, вы этот пример пропустили мимо ушей. Нет, я представил себе шарики эти, ну и что? Вылетит этот, если стенки нет, он вылетит, полетит этот шарик потом по прямой. Да, а дальше-то что? Ну, это ничего не объясняет. Центробежные силы бесплатные, оказывается. Вот это так надо понимать. Это не так просто понять, но вот это надо понимать. Вот когда вы будете какое-нибудь отношение к механике иметь, вот Лайсанского там посмотрите, Зельдовича посмотрите, а Ландау тем более, ну, в Ландау там запутайтесь, там слишком высокая математика. Да не высокая. Просто в ваших расчетах вы, по крайней мере, центр массы считаете, или вы и так только массы сами считаете? Не понял. Центр масс вы считаете? Ну, если я вешаю эксцентрик, то эксцентрик имеет длину от оси вращения, и центр массы имеет. Давайте на этом примере рассматриваем. Подождите. Вот и все. Какой центр масс тогда будет? Ну, если я шарик повешу, то это в центре шарика будет центр масс. И будет на расстоянии R находиться, ну, от оси вращения. А двигателя, значит, у вас нет? Что? Двигателя, который их раскручивает, у вас нет? А двигатель, который их раскручивает, создает кинетическую энергию, да, этому эксцентрику, МВ квадрат пополам, где М – масса этого эксцентрика, а В – его скорость вращения. Но помимо этого возникает еще центробежная сила. Вот на нее двигатель ничего не затрачивает. Я же вам показал. Это мы и так прекрасно знаем. Но вот вы сами сказали, да, что двигатель затрачивает энергию для раскрутки. Затрачивает? Ну, он затрачивает энергию для того, чтобы перевести свою энергию в кинетическую. А вы хотите вот колебать их. Значит, вы когда его энергию затратили на разгон, а потом вам надо его затормозить, да, и разогнать в обратном направлении. На эту энергию надо тратить? Я же вам сказал, что мы разработали приемники, которые принимают кинетическую энергию вот этих эксцентриков. Вот я поставил там на пути пружину. Этот шарик ударил об эту пружину, он прогнул ее, потом пружина начинает выправляться и отталкивать его от себя. Это вы понимаете или не понимаете? Ну, хорошо. Вот на это двигатель ни капли не затрачивает энергии. Это вы понимаете или не понимаете? То есть вы сделали вечный маятник? Да нет. Вы сделали вечный маятник? Потому что человек говорит одно и то же, все время повторяет одно и то же. Откуда берется энергия? Энергия берется для создания кинетической энергии от двигателя, а центробежная сила от двигателя не берется. Я это пытаюсь внушить. Если кто-то не согласен с этим, пусть сам посчитает тогда. Если умеет это считать, умеет, то тогда есть возражение. А если не умеет считать, тогда нечем выступать. Понятно. Василий Андреевич. Потому что я всю жизнь занимался вопросами теории, да, и эти уравнения математической физики я достаточно хорошо знаю. Теория, но нас рассудит эксперимент. Виктор Андреевич. А, Виктор. Нет, ну вот так тоже, понимаете, все время в одну точку бить и бить. Я заявляю одно, можно согласиться с этим или не согласиться. Ну, не согласился, все, на этом мы разошлись. Так все равно продолжать бить в эту точку. Зачем? Я же лучше это понимаю. Чтобы для себя уяснить лучше и лучше. Что? Чтобы уяснить для себя лучше и лучше. Вот я хочу понять вашу точку зрения, вашу позицию. Вот Владислав Павлович. Когда вы делаете вот такие вот заявления, что да, бесплатно нам дается центробежная сила. Бесплатно якобы дается центробежная сила. Но, понимаете, она не бесплатна. Мы энергию вложили в этот шарик, чтобы его раскрутить, разогнать. Ну а то, что в природе так устроено, что движение по кривой всегда сопровождается силой, потому что сила и векторная величина. Вот тут никаких фокусов не видно. А для того, чтобы эту силу использовать,
вот по назначению вместо лошади. Ну так надо эту силу еще выпрямить, а то она вот по кругу-то она крутится, а вон спутник летает вокруг Земли, но эта сила-то ничего не делает. Она перпендикулярна движению. Шипов показал инерциоид? Шипов показал инерциоид, но в кино. А вы работы Шипова знаете, кстати? Что? Шипова. Геннадий Геннадий какого? Как Геннадий Иванович. Как фамилия? Шипов Геннадий Иванович. Геннадий Иванович, не знаю, не помню. Он у вас работает? Нет, он у нас выступал недавно на семинаре, но он уже неоднократно выступал на семинаре. Вот. Он продемонстрировал фильм, который он снял в Таиланде. Почему-то он оказался в Таиланде. То есть человек, который ему платит деньги, видимо, работает там. И там, значит, некая лаборатория у него есть, вот он там сделал инерциоид. Инерциоид состоит из, я так понял, двух дисков. Вот, поставлен на тележку, тележка поставлена на гладкое стекло. И, соответственно, при вращении этих дисков тележка едет в определенном направлении. Вот, ну, там много было всяких спекуляций, говорят, что это у тебя тележка взаимодействует со стеклом, поэтому она вот неправильно едет. Вот, но он доказывает это, что сила такая существует. А вот недавно, к сожалению, я не был на этом семинаре, он приходил со своим учеником, который имеет фамилию Губарев, а больше я ничего не знаю. Вот выступал Губарев, он предложил свою теорию, объясняющую эти эффекты, но не на таком уровне, как вы, что вот массу, вот мы, видите, создали там и все прочее. Для того, чтобы эти эффекты объяснить, нужно лезть в самые глубины механики. А ведь известно, что со времен Ньютона мы механику рассматриваем как вот масса, точечная масса. Да? Отсюда всякие законы динамики, отсюда всякие силы возникают, центробежные, центростремительные и так далее. Вот. А если рассмотреть, а масса рассматривается как некая геометрическая точка, имеющая массу. Но если рассмотреть не только массу, а что эта точка имеет еще некие степени вращения, например, ну а я бы сказал, что и моменты инерции по трем осям, как все физические тела имеют. Вот, и тогда рассматривать уже механику совершенно по-другому надо. И тогда и механика это называется механика ориентируемой точки. Вот. И это, возможно, приведет нас к открытию каких-то закономерностей, которые позволят найти способы использовать центробежную силу, как вы ее называете, для того, чтобы производить. Вы не знаете Лосева из Института системных исследований Академии наук? Я знаю портрет Лосева Олега, который был изобретателем. Как его звать, Олег, доктор физмат наук. Вот. Вот он занимается вопросами космоса. И делает такие броские заявления, что для того, чтобы описать состояние космического пространства, для этого необходимо иметь минимум 11 дифференциальных уравнений. И количество уравнений должно быть не больше 26. Потом, значит, делает такое открытое заявление вот по этому ящику, радиоящику. Вот. В общем-то, это все фантазия моя. Как говорит у Лобачевского, который строил неевклидову геометрию, это тоже была фантазия. Но тут он врет немножечко. У Лобачевского это не было фантазии. И если привести такой пример, Лобачевский не знал, что на Западе делается с неевклидовой геометрией. А там в Венгрии был молодой ученый, лет 20-22. Он эту неевклидовую геометрию построил и отдал на отзыв Гауссу. А Гаусс был королем математиков всего мира. Его мнение было непревзойденное. Так вот, поскольку Гаусс уже тоже знал об этой геометрии, вот,
И Гаусс не решился публиковать. Лобачевский, ничего не зная, что на Западе делалось, он спокойно в Казанском университете, в трудах Казанского университета, публиковал одну статью за другой. И Гаусс дал отрицательный отзыв вот этому венгру по фамилии Больяи. Вот. Мальчик этот знал, что он абсолютно прав во всем. Он взял, застрелился. Вот к чему приводит отзыв великого человека, из-за того, что великий человек боится расшевелить гнездо скорпионов. Потому что они его закусают тогда. Вот вы стоите на этой позиции. Не-не, ну зачем такие громкие заявления? Потому что мне думают о каких-то точках, что суть приводит Ньютона механика, точки и так далее. Вы же уже давно пытаетесь эту тему донести. Вот мы приехали, чтобы разобраться. Понятно, что если все было бы так просто, это давным-давно было бы сделано. Ярослав, я не против того, что нужно разобраться, не так же разбираться, потому что человек приехал с желанием меня учить. Никак нет. Да зачем мне вас учить? Никак не когда вы конкретные истины, которые я вам преподнес, расчет шариков, движущихся по плоскости. Расчет вы не поняли. Это расчет, понимаете? Извините, вы расчеты нам не представили, вы на словах сказали, что вот так и так. А я вам говорю, вы учитываете центр масс. Оказывается, он в ваше понятие не входит, центр масс. Понимаете? А кто раскручивает эти точки? Если брать эксцентрик, то центр масс входит как величина, находящаяся на определенном расстоянии от оси вращения. Почему не входит? Я все время говорю МВ квадрат пополам. Я все время это говорю. Как же не входит? Но у вас, значит, вы Владислав Павлович, передергиваете. Да я не передергиваю, я спрашиваю. Я говорю МВ квадрат пополам, вы говорите, вы говорите М там нету. В центре эксцентрика находится центр масс. Так вы сказали? Я вас так понял. Поскольку вы сектор не хотите понять, вырезанный в круговом диске, то я сказал, можно сделать таким образом, повесить на вал двигателя на определенном расстоянии, допустим, шарик. Это будет эксцентрик. Я вам несколько раз это сказал. Вот. Так вот, центр масс где будет находиться? Если мы считаем стержень, на котором закреплен этот шарик, невесомый, то в центре шарика будет находиться. Как невесомый, нам нужна масса. А если невесомый, М равно нулю, и ваша центробежная сила равна нулю. Я говорю, рычаг, на котором висит шарик, принять невесомым. Рычаг не принять невесомым, согласен. А шарик идет массу М, которая сосредоточена в его центре. Что непонятного? Подождите, вот у вас кроме этого шарика больше ничего нет в пространстве. Кроме этого шарика с массой М. А кто его раскручивает? Оно массой не обладает? Мы перешли к эксцентрику. Хорошо, перешли. Но что мы рассматриваем движение эксцентрика. Ну? Чего вам непонятно? Есть шарик, который находится закреплен на стержне. Стержень закреплен на валу двигателя. Сам стержень ничего не весит. Я такое предположение делаю. А шарик весит... Согласен. А шарик весит масса М. И эта масса М находится в центре, на расстоянии какого-то R. А двигатель у нас тоже ничего не весит. Да двигатель уже не вращается никуда сам-то. Ну и корпус-то его на месте находится. Подождите, корпус-то вообще... закреплен, а иначе бы он не вращал ваш шарик. Вот. Так можно договориться на чего угодно. Причем тут двигатель? Двигатель вращает вот этот шарик. И все. Вы знаете, для того, чтобы вашу массу раскрутить, нужен двигатель. Ну правильно, вот двигатель. Да. Двигатель, вот он раскручивает эту массу. Значит, он прикладывает к ней некий момент. А у него, соответственно, есть реактивный момент. Он ее передает на тому основанию, на котором он стоит. Правильно? А если вы хотите без момента, ну возьмем вот в космосе. У вас есть шарик, вот ваш есть двигатель. Для того, чтобы уравновесить, пусть будет даже два шарика по двум концам двигателя. И попытайтесь эту систему раскрутить. Что произойдет? Вот по вашим представлениям. Вот имеем в пространстве, висит двигатель, вот момент, и два шарика висят на нем. Вот момент, который развивает вот этот шарик, он есть масса шарика,
вес этого шарика, не масса, а вес этого шарика, вес умноженный на длину, которая отсчитывается от оси вращения двигателя до центра масс этого шарика. Вот этот момент, момент, который развивает двигатель на своем валу, он тоже равен тому, чему поимел момент вот этот шарик. Иначе по-другому быть не может. Виктор Андреевич, вы можете вообразить, вот в пространстве висит двигатель с двумя концами и два эксцентрика. Висит, неважно там, Бог его держит. И мы включили и подали энергию на этот двигатель. Он начал вращаться. Что произойдет? Раскрутить-то массу надо, чтобы центробежную силу получить. Ну надо, он раскручивается, это само собой разумеется. А как? Вот включили, что будет происходить? Что? Что будет происходить? Раскручивается не по целой окружности как таковой, да, а раскручивается в пределах одного определенного угла. Раскручивается. Как вот это? И все. Как это? Подождите. Ну, угла, не угла, да, неважно. Да, вот, вот когда я включаю двигатель, включаю ток, двигатель начал вращаться, все это висит в космосе. Что будет происходить? Вот видели, какая картина? Чего я вам на пальцах объяснить все равно не смогу. У меня двигатель может вращаться только в одну сторону, но к этому шарику приделана такая конструкция. Тут ее на пальцах не расскажешь. Такая конструкция, которая заставляет этот шарик двигаться туда-сюда. Вот эту конструкцию я здесь специально опускаю, потому что это настолько трудно ее изложить. Да что-то трудно. И это является большим ноу-хау всего этого дела. Вот двигатель вращается в одну сторону, а шарик совершает вот такие движения. И это связано с конструкцией, которая нацеплена на этот шарик. Вот и все. Ну, с этого и надо было начинать, то что у вас двигатель вращается, а через систему, передающую систему... Нужно вопросы задавать, как полагается. А то начинаются какие-то дебри в теоретическую механику идти, что момент должен равняться. Ну, конечно, должен равняться, а как же иначе-то? Я же сказал, что шарик... Когда он угол проходит, допустим, вниз, он бьет по пружине. Вот этот механизм, который принимает кинетическую энергию шарика всю целиком на себя. Пружина сдеформируется, потом пружина отталкивает от себя шарик, и двигатель на это не тратит ни капли энергии. Совершенно, абсолютно. Механизм этот вот имеет массу? Нет, не тратит. И когда пружина оттолкнула от себя шарик, включается двигатель в том направлении, в котором движется этот шарик. Вот и все. А когда шарик доходит до верхней точки, здесь он уже остановить-то его проблем особых нету. Значит, он под действием гравитации может падать. А рассказывать здесь вот эту всю конструкцию я не могу. Во-первых, это приличный ноу-хау. До этого еще никто не додумался, что двигатель вращался в одну сторону, а то, что у него нацеплен на валу, совершало вот такие движения. Да, он любой кривошипно-шатунный механизм как раз это и делает. Я лично в литературе такого не видел. Есть еще в наши времена, когда я учился, такой большой ученый, академик Тодоровский. У него он выпустил книгу «Теория механизмов машин». Это толстая книга, страниц на 800. Там всевозможные случаи движения рассматриваются. Но там такого нет, чтобы двигатель вращался все время в одну сторону, а какая-то система совершала колебательное движение. Так кривошипный шатунный механизм, это разве не то?
Здесь не кривошипно-шатунный механизм. Кривошипно-шатунный механизм, у него неравномерная скорость передачи на вращающееся тело. Неравномерная. От нуля идет до максимума и снова до нуля. Вот. Там две точки поворота. А здесь двигатель все время равномерно вращается, а система, стоящая рычаг и шарик, равномерно с одной и той же скоростью движется вверх-вниз, вверх-вниз. Хорошо, будем завершать тогда, мы скоро сейчас поедем. Какая помощь вам нужна и необходима? Сейчас, я думаю, Ярослав, пока я не могу сформулировать пока ничего, вот когда сделают все эти детали, мы тут соберем, я вас приглашу. И мы просто посоветуемся, что не нужно. Для этого нужно производство, понимаете? Не нужно производство, да. У нас сейчас другое. Мне не нужны деньги лично мне. Мне нужно производство. А если есть какой-то спонсор, инвестор, вот он должен оплачивать это производство, если он заинтересован. Вы прям производство оплачиваете, завод. Вам же несколько деталей надо, а не производство. Не пугайте людей словами. Я говорю, когда будут сделаны вот эти вот детали, они будут собраны здесь проведен будет эксперимент. Так. По результатам этого эксперимента я вас приглашаю. Вот. А, это если будет работать, только выстроится очередь владельцев предприятия. Да. Они все в долгах, как в шелках. Они сейчас ничего выпускать не могут. Они все. Я говорю, тогда я приглашу вас. И вы мне посоветуете, куда мне двигаться. А, хорошо. Ну, вот в чем дело-то. А так я ученый. Вот. И в этой экономике рыночной, особенно российской, где кругом мошенничество, жульничество, обман, вот, где все кругом крутые, здесь меня облапошат как угодно. И я останусь всем должен. Поэтому надо государству это отдавать. Я и стремлюсь, чтобы это было на уровне государства. Потому что это первое, это беспилотники, это новый тип авиации, это новый тип космических кораблей. Это новый тип подводных лодок. На совершенно другой основе. И, допустим. Нет, подводная лодка останется, движитель там, наверное, меняется. Освоение арктического морского пути с помощью моего двигателя и подводных лодок будет практически мгновенно. Потому что на атомной энергии подводные лодки, там это атомный двигатель занимает и по массе, и по объему бог знает сколько места, да еще причем матросы, которые потом списываются на берег, они в скором времени от лейкемии покидают этот мир, несмотря на все предостережения. Это не то. А этот двигатель, он будет занимать небольшие объемы, вот, раскручивать он будет любую заданную, наберет силу, все это рассчитывается, вот, делается, как полагается. Вы недавно к этому пришли или вы давно эту идею? Я пришел не к этому, а к центробежной силе, которую можно использовать как тягу, лет 7 назад. Но когда я начал все это развивать, я сам многого очень напутал в конструкциях. Вот, и шел от одного неуспеха к другому. Дело в том, что я не мог найти напарника. Мне нужен напарник, конструктор тогда был. Человек зрячий, я его найти никак не мог. Понимаете? Мне нужен был двигателист, пошаговым двигателем, который понимает, как он работает через какой-то контроллер, драйвер там, и так далее и тому подобное. Вся эта электроника. Были, мне попадали люди, но которые немного поработав, вот они все стояли на позиции Владислава Павловича. Все на этой позиции. И они уходили от меня. А я продолжал все это изыскивать и делать, делать и делать. Сейчас у меня напарник достаточно устойчивый, очень устойчивый, смекалистый, и понимает вот, все объяснения, которые даем, он отлично понимает, образование у него хорошее,
Он и в электронике разбирается, и в шагах разбирается, и в конструкции разбирается, и руками у него руки золотые. Так что я с ним думаю, вот этот вариант я сделаю. И сейчас мы постепенно, если сможем договориться с предприятием, где занимается насосами, для воды сделать вариант. Здесь тоже все известно, как делать. Но должен обязательно, конечно, конструктор. Опять нужна политическая воля. Без политической воли вот... Да, не получается. Без политической воли никак все. Ну, не только политическая воля. Я вот вчера слушаю по радио, еду в Таджикистане, изменили там ставку процента, ну, Госбанк Таджикистана там, тоже где-то в районе 9-10, вот что-то изменили там, не помню, вверх или вниз. Ну, во всех оккупированных странах эта ставка вот как у нас. Что тут можно развивать? А у них ставка 0,5%. Знаете? А здесь этот Центробанк дает тебе, там, скажем, 11%. А в коммерческий банк, куда ты пойдешь, там своя накрутка. То есть меньше, чем 20%, ты не получишь никакого кредита. А как ты будешь развивать что-то вот с таким непредвиденным каким-то результатом? Да? Но по математике есть истина. Вот говорится, что идет превышение по в два раза. Ну, видите ли, Виктор Андреевич не учитывает то, что эта система, это не просто эти противовесы, имеющие массу, уже разогнанные или там колеблющиеся, но ведь сам пойми, на колебания нужно затратить энергию, чтобы создать скорость, да? Потом затратить энергию, чтобы ее погасить. Потом... А он не тратит, у него двигатель как крутился в одну сторону, так и крутится. Ну хорошо, здесь, сделали мы эту вот. Здесь хитрость в чем? Он выигрывает на кривизне, он выигрывает, что двигатель не тормозится. Да ничего не это самое. Не, ну что тут вы. Ну вот представь себе весло, да, вот он закреплен в точку. Здесь на этом конце весла стоит двигатель с кривошипом, вот он крутится. Вот, а весло будет колебаться, как хочет Виктор Андреевич. Пусть будет так, но не важно. Все равно, даже если он эту пружина где стоит? На каком основании? Она же эту энергию, этот шарик ударился об нее, он эту энергию отдал этой пружине? Она ее приняла, а потом она в потенциальную энергию пружины. Но тут должен быть упор какой-то, а потом она его отдала обратно и так далее. Ну, это все не так все. Потом надо же учитывать, я говорю, центр масс. Смещается всегда центр масс. А вот так абстрактно смотреть, только масса, которая там где-то в космосе крутится, ну... Я смотрю, я думал, что вы продвинулись, скажем, дальше Шипова. Вот это было бы очень интересно. Не понял, что интересно? Если бы вы в своих измышлениях продвинулись дальше Шипова, Шипов Геннадий Иванович, о котором я говорил. Он давно работает в этой теме. Он сделал вот демонстрационную тележку, которая ездит. Вот, и вот развивает теорию. Причем теория достаточно, я считаю, логичная. Потому что то, что было в механике Ньютона, когда есть только точка и масса, ну, это самое примитивное представление о, как бы, вот, о началах классической механики. А если предположить, что эта точка еще имеет, ну, скажем, для меня бы, я сказал, три момента инерции, и которая может раскручиваться по трем осям независимо, то это будет совсем другая механика. Но и Декарт, кстати говоря, он считал, что прямолинейного движения в природе вообще не существует. Есть только вращательное движение. Прямолинейного движения нет. Момент инерции, он само собой разумеется, что он возникает, и никуда от этого не денешься, он всегда есть, да. Вот и всегда входит в уравнение. Так что тут ломиться в открытую дверь, я не понимаю. Да никто не ломится. Да. Геннадий Иванович, как фамилия по буквам? Шипов
Ш-ше. Это первая буква. Ше. Шина. Семен? Шина. Ше. Ну, С, Сима. Нет. Ша. Ша, да? Шар. Шипов. Шип. Представляете, что такое? Шип. Значит, вторая Иван дальше. Иван. П. Петр. Петр. Шип. Шипов. А Шипов, понятно. Да. Геннадий Иванович. Он кто? Академик? Он теоретик. Что? Ну, доктор наук и теоретик. Он же в вашем институте работает? Нет, я еще раз говорю. Он приезжал к нам несколько раз, выступал на семинаре у теоретиков наших. Так откуда он приезжал? Вот он несколько лет работал в Таиланде. А в Таиланд? Что, из Таиланда он приезжал? Да, потому что человек, который платит ему деньги, видимо, там имеет свой бизнес. Непонятно. И поддерживает его. И вот оттуда он привез нам кинофильм, который демонстрировал. Вот на этом кинофильме вот стол примерно такой, как ваш, стеклянный. На нем стоит тележка. Включает двигатель, эта тележка, вот ни на что не цепляясь, на тоненьких колесиках катится по этому столу. Ну, тележка-то едет у него, да? Тележка едет. Едет. Да. Так, ну, у него какие-нибудь маховики есть? Да, два эксцентрика. Там находятся два эксцентрика. Два эксцентрика. Один большой, один маленький. Нет, как... я думаю, что они, по моим представлениям, они должны быть одинаковы. И стоять как можно ближе друг к другу. Ось эксцентриков какая? Ось вертикальная. Вертикально, понятно. Но этот тоже инерционный, типа толщина. Понятно. Типа толщина, совершенно верно. И, а какова природа? Вы можете высказать свое мнение природы материи? Почему именно так себя ведут объекты? Я единственное, что могу сказать, это физики и теоретики должны этим заниматься, но они не хотят заниматься. Потому что они не признают вот эту рыковскую модель. Вот. Я эту модель так приблизительно знаю неплохо. Но я на слух ее воспринимал, потому что зрения-то у меня нету. Там, значит, идеология такая. Все космическое пространство заполнено диэлектриком. Диэлектрик из себя представляет кубическую сетку. В узлах, вершинах этой сетки находится заряд электрона, заряд позитрона, чередуется все время заряд электрона за заряд позитрона. Причем в узлах есть только электрические заряды, вот этих двух, электроны и позитроны, но масс там нету, ни электрона, ни позитрона. И вот эта сетка, она, естественно, находится в малоамплитудном и низкочастотном колебании. Никуда не денешься, это обязательно будет. Вот. И это колебание поражает электрический ток. Электрический ток поражает магнитное поле, или, как Рыков говорит, магнитный континуум. Теперь все заряды, они скомпенсированы, они все пространство изотропно. И магнитное поле, то есть все изотропно по всем направлениям, поэтому любое физическое тело, которое в этой структуре будет перемещаться, оно не будет ощущать на себе никакого воздействия вот этой структуры. Но с другой стороны, эта структура наводит поляризацию на любое физическое тело пропорционально массе этого тела или плотности этого тела. Допустим, на Землю наводит определенные конкретные поляризации, на Луну тоже, но Луна существенно по габаритам и по плотности меньше, чем Земля, поэтому Земля сильнее притягивает за счет вот этой поляризации, этой сетки Луну притягивает. И возникает, как всегда, при нелинейном движении, а криволинейном с мгновенным центром вращения, всегда возникает центробежная сила, которая уравновешивает силу гравитации. Вот откуда пошла гравитация теперь, понятно. Над чем умы, великие умы бьются несколько веков и сдвинуться не могут. Вот. И все астрофизические эксперименты, которые проделаны до сегодняшнего дня, они все спокойно интерпретировались вот этой новой моделью.
Все свойства этой модели Брукова описаны, найдено расстояние между узлами, найдено, сейчас вот проскользнуло, мне сказали, то ли по радио, то ли где-то, то ли по телевидению, что группа ученых, включая там и российские ученые, или ученые там есть, обнаружили гравитационные волны, обнаружили, и вроде бы вот это результат обнаружения будут подавать на Нобелевские премии. А все это Рыков описал, и он, так как гравитационная волна, она не поперечная, а продольная волна распространяется существенно быстрее, чем поперечная, так вот эта продольная волна в этой структуре распространяется приблизительно где-то в 36-38 тысяч раз быстрее, чем скорость света. То есть это приблизительно один или несколько миллиардов в секунду. Эта волна идет. Так вот этим физикам, которые обнаружили гравитационные волны, надо сравнить свои результаты вот с этой теорией. А им подвижку никто не дает. Они отрицают. Они молча отрицают. Вот он посылал эту работу руководителю теоретического отдела в Институт общей физики. Там руководитель сказал ему очень просто. Вот. Я прочитал, я все понял, но работать буду по-старому. Вот. Он отправил это академику Рубакову. Есть такой академик, который работает в Институте ядерной физики. Он регулярно на радио выступает и так далее. Рубаков. Темную материю. Что? Про темную материю. Да. Он говорит? Не, про темную материю. Рубаков. Нет, дело не в этом. Рыков направил Рубакову, ну как бы на отзыв, это свой опус по электронной почте. Рубаков ответил несколько слов, в общем-то, по-моему, два или три слова. Да, я все понял. Спасибо. Никакой критики, и в то же время ни один журнал не берет для публикации. Ни российский журнал, допустим, «Успехи физических наук», есть такой журнал, ни журнал экспериментальной теоретической физики, который учредил Капица в свое время. Вот. И этот не берет. Иностранные тоже вежливо, не по нашей тематике, отсылают. Вот такое отношение мировой физики к величайшему открытию современности. Это заговор, это не отношение, это заговор. Но а сейчас Рыкову разбил инсульт, и он уже около года валяется дома. Теперь он все, он выбит. Рыков или Рытов? Рыков. Рыков? Да. Да. А где он работает? Он работал в Институте физики Земли. В ФЗ? Да. Потому что я знаю, был теоретик, но он был Рытов. Он все время занимался сейсмикой, все время разрабатывал сейсмические приборы. Ну, надо Хаврушку спросить. Когда в этом институте несколько сотрудников начали заниматься вот такими абстрактными вещами, они все время к нему приходили, консультировали, советовались, обсуждали, и как бы заставили его самого. Он никому не сказал, он начал сам этим заниматься. У него единственное предположение, которое осуществилось, это то, что по абсолютной величине заряд позитрона и заряд электрона не равны между собой. И все. И тогда он вычислил, сравнял эту вот разность по абсолютной величине с притяжением масс электрона и позитрона, гравитационное воздействие, и получил, что разность этих зарядов очень мизерная, 10 минус 41 степени. Но и этого достаточно, чтобы навести поляризацию на любое физическое тело и этим обеспечить гравитацию этого тела. Вот и все. Сразу ясно, откуда ноги растут. Он Фортову написал, Фортов тоже отписку дал. Фотов уже будучи президентом. Он в президиум Академии написал. Тоже, значит, оттуда отписка идет. Разве можно так? Скажите, вы сказали продольные, поперечные волны. А ведь продольные волны не могут распространяться в газовой среде. Из этого ученый Кушелев Александр Юрьевич приходит к тому, что
мы находимся в пространстве, которое напоминает кристаллоподобную среду. Ну как, Ярослав, почему? Не, а звук-то это же есть. Диэлектрик. Тогда поперечные волны. Да. Поперечные. Здесь же газа никакого нет. Если... Значит, поперечные в газовой не проходят. А если мы их наблюдаем, значит, Ярослав, мы находимся в кристалле. Здесь в каждом узле этой сетки находится заряд электрона либо заряд позитрона. Масс там никаких нет. Поэтому сопротивление там любому физическому телу не будет, потому что вся эта сетка, она сбалансирована во всех направлениях. А если сетка, то это кристаллоподобная структура. Что? Если это сетка, то это строго организованная сетка, да? Строго организованная, конечно. Тогда это кристаллоподобная структура. Ну, назовите кристаллоподобную, я что, против, что ли? Он считает, что это диэлектрик. Нет, сейчас ученые спорят, какой эфир, что, газ... Что это диэлектрик, он считает, и все. Это его дело. И ваше тоже дело. Вы считаете, что это кристалл? Пусть будет кристалл. От этого суть-то не меняется. Меняется. А что меняется? Что продольная волна, что ли, не так будет распространяться, что ли? Она распространяется в этой структуре, в которой другого ничего нет. Вот эти галактики разбегаются друг от друга. Это физики, которые получили Нобелевскую премию за это, и сказать, что это происходит за счет темной энергии, темной массы. Это вранье, сейчас они уже сбегаются. Подождите. А определения никакого не дали. Вот. А поскольку есть разность зарядов электрона и позитрона, то вся Вселенная заряжена либо отрицательно, либо положительно. Поскольку Земля, заряд у нее отрицательный, то, наверное, вся Вселенная отрицательна. Вот этот отрицательный заряд, он отталкивается. И все эти галактики друг от друга отталкиваются. Все очень просто объясняется. Теперь отклонение луча около Солнца, которое равно 1,75 угловой секунды, она четко получается из его формул. Хотя по Эйнштейну там сначала было 0,85, а потом, когда ввели коэффициент двойку, то получили тоже 1,7. Ну, расхождение там на 5 сотов. А у Рокова точно получается 1,75. Все астрофизические и все те данные, которые публиковались от коллайдера, который в ЦЕРНе, вот на глубине там 100 метров и длина прохождения пучков 27 километров. Он, те данные, которые публиковались, он четко давал им объяснение. Посылал в этот ЦЕРН, оттуда не гугу. Он в Москве живет? Рыков в Москве живет? Да, живет в Москве, на Ленинском проспекте. Рядом с институтом общей физики. Вы с ним общаетесь? Ну, я сейчас уже не могу общаться, потому что он потерял речь. Речи нету. Да, он лишился речи, глотать решился, левая нога у него парализована и частично правая рука. Он с постели не встает, ему там массаж пытается делать, кормят его с ложечки, там зонт вставили. Родственники есть? Ну, там его с женой живет, и рядом дочь живет, так что там кому ухаживать за ним есть. Там сиделки еще приходят от медицины, врачи разводят руками, что вы хотите, там туда-сюда, ему 85 лет. Ну и что 85? Вы имеете методы, которые при 85 годах... У меня Рухадзе 86, но он живчик. Вчера семинар проводил. Так что все замечательно. Мы пойдем, спасибо вам большое. Долго. Да. Спасибо вам, что вы наконец... Спасибо, извините, если я что-то вам не так сказал. Я просто хочу выяснить вашу точку зрения. Вы очень много мне не так говорили. Ну, понятно. Я не против. Я просто... Я не против вашего мнения. Но вы один раз сказали все. Вы на этой, вы сказали мне, вот я с вами на этой позиции. Можно вам один вопрос еще задать? Вот вы говорите, там конструкция ваша будет и так далее. Сколько деталей в вашей конструкции? Сколько деталей? Да. Вот мы обрисовали. Вот представьте, есть двигатель шаговый с двумя концами. У меня как раз где-то валяется такой двигатель. В общем, два рычага с шариками. Основных четыре детали, ну еще там крепежные детали есть, которые можно считать. Это вот четыре детали. Так тут, в принципе, тут делать нечего. Что?
Тут делать нечего. Как вы мыслите вот этот эксперимент проводить? Двигатель ставите на какую-то платформу. Да? Ну, все это продумано. Когда я поставлю, проведу без вас эксперимент, получу результаты. Если результаты те, которые я ожидаю, то значит я вас приглашаю. Если я получаю неудовлетворительные с моей точки зрения результаты, вот я звоню Ярославу, говорю, у меня вот так и так получилось, я буду дорабатывать. Я только доработаю, доработаю еще раз. Хорошо, добро. Договорились. Вот. Ладно. Так, вот здесь на столе еще бородинского хлеба мы принесли. Правильно я установил? Да, да. Правильно. Вот и все. Хорошо. И вообще, более ценного, чем эксперимент. Когда вы приезжаете, все-таки будьте более лояльны. Да я лоялен. Нет, ни хрена не лоялен. Спасибо. Потому что если вы работаете в институте вообще физики, а в институтах Академии наук я во многих бывал, вот и знаю там людей, и их потенциал я знаю. Ну, жаль, тут девочка находится, учиться нельзя. Да камеры работают потому тоже не надо. Я, вот, это самое. С такой гонор, такая спесь, такое чванство идет, что они из Академии наук, а получают там копейки. Я тоже получаю копейки, и кроме гонора, желание понять, а вы как-то уворачиваетесь. Ну, что делать? Ладно. Мы же не ожидали, что у вас есть ноу-хау некое, которое вот все объясняет. Ну, есть у меня ноу-хау, вот, но кое-что я тут вам изложил, но я думаю, вы тиражировать не будете. Вот, так я могу выкладывать запись в интернет? Что? Я могу нашу запись выкладывать в сеть интернет? В интернет вы можете выкладывать, а не выкладывайте только вот то, что я говорил про приемники кинетической энергии. Вот это опустите. Это не надо. Пусть сами соображают. Хорошо. Ну все. Да. На этом стоп снято.
студия в центре Москвы небольшая, там комната. Рядом с Красной площадью. Может, придете, поиграете. Хорошо. Хорошо. Может, свой номер оставите. А у вас записалось? Да, да. Видео. А вы можете мне прислать? Конечно. Сейчас я делаю. Хорошо, я вам на почту тогда пришлю. А, ссылку. Да, да, да. Хорошо. У вас специальное образование, вы просто... Нет, ну я профессионал, я 14 лет уже профессионально играю. Только у меня музыкальная школа не закончена, так фактически. Ну, надеюсь, увидимся. Хорошо. Спасибо. Я вам пришлю ссылочку.